Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei P Smart 2019 года сбросить все настройки до заводских. Делать мы это будем с помощью настроек. Спускаемся вниз, нажимаем «Система», нажимаем «Сброс», выбираем «Сброс телефона», будут удалены абсолютно все данные, нажимаем «Сбросить настройки телефона» и либо делаем резервное копирование, либо же просто подтверждаем. Ждем. Вот и все, все настройки сброшены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!